Всем привет! Сегодня я хочу показать свою посылку из Китая, которую выписала с Алиэкспресс. Здесь триммер для бровей. Так, шла она у меня очень быстро дошла до меня. Где-то, если не ошибаюсь, за 3 недели. Так. Конечно, наша почта России. Упаковал продавец такой вот защитная, ну, как у нас на почте кидают, так вся коробочка помялась, все равно не убереглась. Так. Ух ты. Здесь у нас насадками. Так, здесь у нас руководство на английском языке. Как им пользоваться. Ну, давайте посмотрим. Вот такой вот триммер. Он на подставке идет. Мне больше всего понравилось, убит его. Подставка. Да. Там вот такие вот насадочки идут. Так, получается, здесь насадка вот так снимается. Здесь даже есть для интимных мест насадка, да? Ну да. Так, сейчас мы разберемся, как с ним. Вот она закручивается. Так, я так понимаю, здесь вставляется мизинчиковая батарейка. Так. О, работает. Такая мизинчиковая батарейка. Это что за насадка? Здесь насадка, я не знаю. Давайте будем разбираться. Вот здесь. А, тут для бровей или что-то там. Так, для бровей вот такая. Я так понимаю, вот здесь на картинке нарисовано. Потому что здесь оно можно... Вот здесь показано ноги, руки, подмышки, интимные места и брови. Брови. Как бы оно именно для женщин, для девушек. Здесь получается каждая насадка для определенной зоны. Кисточка, чтобы очищать. Так, посмотрим вот это что. Здесь вообще маленькая. Вот это может быть для бровей идет, да? Это скорее всего для бровей идет. Это маленькая. Вот эти две. Одна, наверное, тоже может быть для бровей идет. Ага, они вот еще похожи. Они вот так одеваются. Вот. Ага. Под защиту, чтобы, да. Вот так. Он. Вот это не насадки, это как можно сказать, за крышечки. Крышечки верхнего это. Чтобы защитить, одевается. Может быть, это. На маленькую, наверное, одевается. Вот она. Вот так вот. Под защиту, да. Здесь вот так можно. Руки. Ноги там. И мне нравится, как она стоит. Стало спокойненько, и можно поставить. Да, да. Единственное, что вот в эту коробку теперь уже не положишь. Она вся помятая. Насадки. Можно было положить. И плюс крышка от защиты тоже просто. Ничего не попадало. Такая ну, вот. Придется в это органайзер вложить. Ну, органайзер положим, она сама по себе такая может стоять. Нет, я имею в виду насадки. Насадки, да, мы положим в органайзер, все это будет. Ну, такой вот триммер. Пока я про него ничего не могу сказать больше. Протестируем. Протестируем, да, потому что про него еще... Я его еще ни разу не видела, можно сказать. Ссылку я оставлю в описании. Очень красивый. Продавец. Продавец отправил быстро, очень быстро долетела, так скажем. Даже с Москвы, можно сказать, очень быстро. Ну, наша Москва это бездонная дыра. Да, у меня одну посылку опять потеряли. Будем ждать. Будем искать ее, очередную посылку. Мы. Как во Внуково приходит, так все. После Внуково хоть ищи. Знаешь как? Ну, такой вот. На этом все. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч.